всем большой привет! Сегодня я с удовольствием участвую в коллаборации с другими девочками. И мы решили рассказать вам о своих мастхэвах лета. Каждый выберет один продукт по уходу, и этот продукт будет обязательно из масс-маркета. На моей практике очень часто получается так, что продукт из масс-маркета, именно уходовый продукт, частенько получается намного лучше и эффективнее, чем более дорогие его аналоги. Я долго не могла определиться, о каком же именно одном продукте вам рассказать. В конечном итоге остановилась на вот этих двух. Это у нас средство по уходу за ножками, а это за кожей лица и не только. Сейчас я подробнее обо всем расскажу. Так как я буду делать отдельное видео, которое будет посвящено уходу за стопами и ножками, об этом средстве я расскажу именно в том видео. А сейчас сегодняшнее видео будет посвящено вот такому моему любимчику, мастхэву, не только в этом году, но и в прошлом. Вот это две уже пустые закончились, я их покупаю... Ну, одного тюбика мне хватает, наверное, на месяца полтора, на два. И с Нового года вот у меня вот эти вот баночки. Вот эти две уже закончились. Вот это одно я сейчас пользуюсь. И еще одно взяла на прозапас, так как я еду на море. А на море это просто необходимая вещь. Что же нам обещает производитель? Это максимальная концентрация кислородного комплекса для тонуса кожи свежего и здорового цвета лица. Восстанавливает все жизненно важные процессы в клетках кожи. Что мне в нем очень нравится, это то, что он усиливает эффективность других косметических средств, стимулирует синтез коллагена и эластина, заживляет повреждения кожи, успокаивает, снимает покраснение и зуд. Цена его 55-56 гривен, я брала сразу два, и мне сделали небольшую скидочку, и здесь 50 миллилитров. На моей коже он работает просто потрясающе. Он улучшает цвет лица, он ускоряет заживление каких-то там высыпаний, царапинок, ожогов. Я обожгла недавно плойкой палец, и первое, что я сделала, нанесла вот этот кислородный бальзам. Было немного такое пощипывающее ощущение. Меня поразило то, что заживление ожога было действительно в два раза быстрее. И боль прошла, и покраснение прошло быстрее. Я, скажем так, не первый раз плойкой обжигаюсь. Также это средство прекрасно подходит после чистки лица. Если вы самостоятельно дома делаете чистку лица, хотя я вам не советую категорически этого делать, не нужно самим ничего выдавливать, хотя да, я сама иногда это делаю. И вот это средство очень хорошо помогает после чистки. Я совсем скоро еду на море и беру с собой две упаковки. Если вы обгорели, а я это уже испробовала на себе в прошлом году, работает лучше пантенола. Убирает покраснение, опять же, смотря насколько вы перестарались и не заснули ли вы под солнцем, не покрылись ли вы волдырями. Если вы немного подгорели, это тот же ожог. И повторюсь, с ожогами это средство работает просто потрясающе. Я наносила его и на нос, чтобы он не сгорел, и полностью на все лицо, и на плечи, после того, как они уже так хорошенько подгорели. И кожа у меня не облазила, загар у меня остался, и краснота сошла буквально за ночь. Это средство является моим мастхэвом. И если оно станет вашим мастхэвом, я буду очень-очень рада. И если вы его еще никогда не пробовали, обязательно попробуйте. Если вы пробовали, напишите обязательно ваше мнение, и помогает ли он вам точно так же, как мне. Является ли он для вас таким же мастхэвом? Не забываем, что это видео коллаборация с другими девочками. Переходим после этого видео на их каналы и смотрим их мастхэвы. Мне очень интересно, и я посмотрю с огромным удовольствием. И я всегда вас жду на своем канале в своем следующем видео. Всем пока!